масло вышло притемненное. Хорошо? Вот. И потом потренировались вот здесь, потренировались, посоздавали идею гор, вот. А потом уже пришли и положили на положенное место. Хорошо? Угу. Давай. А при пачке, чтобы было белое, да? Проглядывало? Или... Вот так вот, вот так вот. Полностью внизу. Угу. А ты тоже чуть ниже, для того, чтобы было где потренировать горы. Можно вот не снимать, можно тапочки взять, можно как угодно. Я только хотела тапочки взять, и все время забывала. Значит, смотрите, задача какая. Ваша задача, если у вас какие-то мысли с собой, показывайте. Если своих мыслей нет, вот мои мысли валяются. Чтобы здесь из них отобрать все, что нравится, сторону, 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 ага. Я прокомментирую, одну из них приговорю. Хорошо. Хорошо? Угу. Вот такая. А вот это вот оно ничего не решает вообще. Оно только портит обстановку. Вот, короткое, настойчивое штрихование. Хорошо? Угу. Давай. Вот такое серебро краски, смотри, как оно хорошо ложится. Отличненько. Теперь больше ультрамариновые, да, более синюшные горы. Угу. И ты вот здесь это потренировала, вот здесь. Для того, чтобы потом уложить в том месте, где ты, где мы их имеем, да? Угу. То есть вот здесь потренировала, укладываешь по склонам. Причем произвол мастихина, ты видишь, сам укладывает нечто интересное. То есть, чтобы у тебя были красивые зубчатые какие-то образования в этих горах, да? Чтобы это были не просто, смотри, не вот такое что-то, не скучное такое, а какой-то движ возник. Причем этот движ возник и по склонам возник, вот он, вот он, вот он. То есть произвол мастихина, посмотри, сам по себе уже что-то выдает интересное. Где-то бреющее, бреющее прикосновение, где-то просто укладывающее, укладывающее, укладывающее. Хорошо? Давай, тренируй. То же самое, да? Та же схемочка, да. Взяла мастихинчик небольшой, взяла ультрамаринчик. Тёк. И пониже. Тёк. Ну-ка. Смотри, смотри, смотри. Вот так прямо поджала красочку к краю. Поджала, да? И сдаешь его с края. Сдаешь. Именно подхватила, поджала туда ее. Давай. Ее возле края сдавать. И туда тоже. Поджала, угу. И сдаешь. Ну тоже, ты взяла слишком открытый цвет, то есть чуть-чуть разбелила его, то есть сделала просто чуть темнее, чем было. Разбелила, и вот он у тебя, вот он, вот он. Хорошо? Угу, давай. Да, тоже вещество красочки, много. Задача для первого раза, тоже легкота. Чуть посложнее, но здесь много хороших приемов, в принципе, несложные даже для первого раза. Ну, вот как бы самая легкая и умная, умная, это умная задача, это вот это. Угу. Готов, да? Угу. Масляный красок. Кисточку там не моем, не промакиваем, угу. Только берем жидкость для разжижения. Взял жидкость, взял белильце, сделал сметанный замес. В живописи масла мы делаем сначала то, что сзади. Потом то, что заслоняет. Сзади молоко, ну такое молоко дня. Такое осеннее молоко. Можно чуть-чуть его снабдить голубинкой. Чуть-чуть снабдить, видишь, я совсем чуть-чуть. Розовинкой, совсем чуть-чуть.
и будет хотя бы просто не белый. И вот этим недобелым полностью наполнить веществом краски весь холст. Добавляешь всего этого добра, добавляешь и избавляешься от белого. Полностью. Причем то, что здесь, видишь, я чуть переборщил, это не страшно, потому что у нас там зеленый, но нам нужна вот это молоко нам нужно. То есть ты продолжаешь наполнять, просто разбеливая вот такой примерно густотой краски. Вот такой густотой, вот она. Вот этой густотой короткий настойчивый штрих, напористый штрих. Кисточка лежит вдоль холста, изначальное положение кисти, как цветочек держишь, и из этого положения зашел, и все идентично выштриховываешь коротким штрихом. Давай. Тряпочка в левой руке. Тряпочка, ты до рук вытираешь? Да. Пусть она пока лежит в левой руке, пусть привыкает. Простые движения, слишком простые. Смотри. Так прикольно? Смотри, вместо вот таких, ну чуть-чуть все-таки, там же предгорье такое, да? То есть оно немножко растянуто, то есть если были бы острые горы, то это вот то, что ты делала, было бы ближе к тому, вот такие были бы, да? Но в данном случае это предгорье. Видишь, как хорошо, что мы тренируемся в нижнем пространстве, тем более, что там у нас все равно будет все другое, мы потом просто это сбрили. Положили все другое, будет хорошо. Поняла, да? Да, то есть пытаться. Значит, вот эту линию. Более интересную линию. Не вот эту, а более интересное что-то. Ты же рисовала там у себя, знаешь. Спокойно. В том месте, где у нас небочко, да? Где у нас небо. Чуть-чуть придавил красочку, сделал вот такую мерцательную обстановку, мерцающую. То есть, как и прилично небу. Небо, оно ж не крашеное, оно мерцательное. Вот оно такое стало. Теперь, у нас сиреневатая даль заслоняет передние рыжие деревья. Сиреневатый мы берем голубой, мы берем розовый. Чуть-чуть замешал прямо в эту кашу. И чуть-чуть вот таким штришочечком наметил эти деревца. Буквально вот так балованно. Причем мастихин это делает более непринужденно, чем кисть. Что как раз и хорошо. То есть ощупаешь это. Я не успел заметить, а что заметил? Розовый и голубой. Можешь опробовать это сначала где-то вот здесь. То есть то же самое, создать обстановку вот такого. Почему это красный? Это розовый. Это розовый такой? Он в разделе розовый, видишь? Красный он несколько другой. Он более алый цвет. Пусть красный. Хорошо, будем называть его красным. Значит, смотри. Ты сейчас вот это же вещество кинул сюда. Провел этот эксперимент вот здесь. А потом уже сюда на чистовую зашел. Хорошо? Здесь тоже то самое. Да. Давай. Тряпочка в левой руке. Ну, у Алёси и Егора. Алёси очень красивый силуэт. Но сильно однообразный. Хочется чуть-чуть темнотиков. Нет, я так понимаю, что мы сейчас это просто тренируемся все равно. Да, но мы сразу, да, и теневые, и бреющая укладка. То есть и такая густенькая шпатлевочная укладочка, да? Теперь немножечко с разнообразием зашла. Ладно? Давай. Давай посмотрим. Ну, нормалечечек. Что это такое? Ну, давай на чистовую укладывай. А, может быть, даже сначала облачка кинем. Да. Там облачка довольно скучненькие. Можно чуть-чуть эту скучность преодолеть. Ну, скажем, вот такое облачко сотворить. Вот такое. И еще кто-то его заслоняет, допустим. И прямо раздавливаем, ну, в среду неба. Часто облачка собираются в стайки, мы знаем, да? Смотри, раздавленность. То есть я кладу вещество, а потом раздавливаю. Это прикольно? Да. И смотри, они прямо часть этого, этой среды.
То же самое могут быть и здесь появиться. Значит, ты сейчас просто увеличишь это облачко и покажешь, что ты тоже умеешь. Можешь потренироваться сначала вот здесь. И раздавливаешь. Хорошо? Низушечки можно, боковушечки и низушечки можно пальчиком. Они более размазаны в пространстве. Тоже можно чуть-чуть подыграть вот этим инструментиком. Алиса, давай. Тренировочку здесь. Очень темно. Значит, еще раз, смотри. Ты взял вещество, сделал снова небо. Теперь это у тебя, вот это у тебя верх формата. Сделал снова небо. Раздавил красочку. Вытер. Раздавил. До мерцательного состояния. Давил. Поискал цвет. Ага, похож. Зашел сюда. Хорошо? Раздавливая, если надо. Если надо, вытирая. Поднял вот эти вот следочки дальние. Хорошо? То есть это? Не-не-не. То есть это замазать? Ну потом у нас все равно там зелень ляжет. Ну, конечно, ты далеко, да. Значит, тряпкой вытереть и вернуть белый. Так. Смотри, наша задача, чтобы сверху облако было более выраженным, а снизу более растворенным. Вот мы его придавили, вот мы его растворяем. То есть сверху оно выражено, то есть источник света сверху выразил силуэты, да? Мы его еще и раздавили, а снизу чуть-чуть помяли, сделали более размазанным в атмосферке. Хорошо? Давай. Ага, ты сразу и эти положила, да? Там на самом деле не снег. Если ты думаешь, что это снег, это не снег. Это облака? Нет. Это проседи, розовые проседи самих скал. Скал, да. То есть это все что угодно, но не снег. Значит. Да-да, прежде чем ты зайдешь туда, ты почувствуешь, как это происходит вот здесь. Тебе нужны просто некие силуэты деревьев. Некие силуэты. Чтобы там просто гладко было, да? Да-да-да. Вот такое мутное никакое, да? Угу. Вот это уже не никакое, это уже проработанное. А здесь мутно и никак. То чуть-чуть оно розовее, то чуть-чуть оно голубее. И ты вот это вот чуть-чуть. Видишь, я как палитру стал использовать этот цвет. Для меня просто пока еще сложно, то есть где-то заканчивается же нам где-то. Все равно, где оно закончится. Представь себе, что это другой вообще участок. Просто тебе нужно освоить совсем другое место. Или, скажем, мы зашли туда, а там продолжение следует. И вот это продолжение следует, ты чуть-чуть просто освоишь. А потом зайдешь туда уже. Так, сенсей, значит, с облаками вообще завязка полная. Что ж, я там не видел, что надо сделать. Прикольные штучки, очень прикольные. Очень. Так, облаченники. Значит, взяла белильца. Угу. Можно чуть-чуть розовилец. Ну, чтобы это было чуть-чуть интереснее, чем просто белый. Вот я тоже хотела спросить, чтобы облака, когда подсвечиваются, там прям розовые. Можно даже, да, можно даже желтилочку чуть-чуть. Да. Ну, пока ограничимся, может быть, розовилкой. Это как сирену рисовали, да? Например. Да? И раздавлено. Раздавлено, прямо раздавлено. Смотри, постоянно пользуюсь вот этим. Тряпкой. Тряпочкой. А я не вот оно, вот оно. Вот такое что-то там летит. Вот такое. Можно усилить. Усилить макушечку. Чуть-чуть усилить. И тоже подраздавить. Вот такое. О, вообще класс. Прямо сиятельное, да? Прямо их сиятельство. Да. То есть так, как мы сидим, то не понимаем эти движения, ага. Ну-ка си. Краски. Кстати, обращу твое внимание, что от того, что немножко вещества маловато, да. Не хочет ложиться без вот этих
То есть загадываю. Чуть больше можно вещества положить. Если хочешь, можешь сейчас упаковать небо еще веществом. А можно, в принципе, и так. Ну, как бы не хватает вещества, суховато. Если бы чуть было больше вещества, оно бы вот этих вот суховатостей бы по краям не оставляло. Угу. Ну, вот я так, сейчас попробую. Конечно. Хотя это тоже красиво по-своему. Подожди, подожди. Значит, у нас есть центр композиции всегда. Центр. И все активное, акцентное устремлено к центру. То есть не разбрасываем облака по углам. Где-то вот здесь, где-то вот здесь. Все. Угу. Тренируйся здесь, потом заходи туда. Хорошо? Хорошо. Нет. Ты сильно раздавливаешь. Тут надо умудриться не раздавить только, а больше уложить красочку. Уложить, уложить. Угу. А ты ее давишь, ну, да. И получается вот это. Угу. Значит, уложила, уложила и раздавила оттуда. Оттуда раздавила больше. Хорошо? То есть оттуда раздавила. Сложнее, да, как бы? Вы видите, да, тем, что мы сделали себе рабочую площадку для тренировок, нам не надо будет переделывать вверх, когда мы сделаем какую-нибудь грубую ошибку. Ну, например, хорошо, хорошо. Единственное, что нехорошо, это то, что небо перестало быть белым в этом месте, поэтому чуть-чуть белил. Возвращаешь туда. Угу. Плотности вещества. Плотности, да, я больше вещества укладываю. Возвращаешь, возвращаешь. Потом мастихиновый, если ты помнишь, мы красочку раздавили, раздавили, распределили, сделали ей мерцательное состояние. Мерцательное и лишнее вещество можно прогнать или придавить. Мерцательно, но не покрашенное, да? Мозаично мерцательное состояние. Хорошо? Угу. Давай. То же самое, ощупать. То есть сейчас небо продолжим сделать? Ну да, да. То есть упаковать небо и подставить дальние деревья синие ваты. Еще один момент, смотри. Значит, лишнюю краску, которая возникает, можно чуть-чуть присобрать. Чуть-чуть. Кисточка абсолютно лежит по отношению к холсту. И вот такое распределяющее, вымакивающее. Хорошо? Угу. Давай. Ну вот это мерцательное серебристое состояние как раз хорошо. Да. Смотри, не держим кисточку как штырь. Смотри, как ты держишь ее сейчас. Вот так. Угу. Вот так. Угу. Вот у тебя кисточка. Вот у тебя совсем лежит. Не бороздит, а укладывает. 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 Я не тереблю вот так. Распределяю. 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 Хорошо? Угу. Давай. Смотри еще раз. Когда уже много краски, она становится непослушной. Взяла, сбрила ее, да? Взяла мел. И не мешок положила, а некий гребешок. И начинаешь его придавливать. Хорошо? Ну надо же с ними разобраться, с этими облаками. Да, ну обязательно. Нет, я пойду природу немного. Курить? Да, на балкон. Все в сад, все в сад. Ну, например, например. Все, вытерла и с той стороны придавила. Так, 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 так. Если надо, чуть-чуть пальчиком вспомогла. Ну, меры, конечно, надо научиться соблюдать. Но это же уже бессмысленно. Смотри, что ты делаешь. Ты бреющим состоянием согнала синьку темную на эту сторону, потом эту же синьку понесла туда.
тебя же задача положить белый, а не синий. То есть ты не бреешь, а укладываешь. Не давишь, а укладываешь. Поняла? Не бреешь, не бреешь. А просто укладываешь. Вот. Тебе нужно сдать красочку на холст. Хорошо? Не слишком розово? Да слишком. Значит, горы сначала сделай. А, ты сначала облака. Давай, давай облачка. Да, давай, потренируй и положи. Так, нормалечечек. Теперь той же кистью возьмем голубой, желтый, получился зеленый, да? Угу. Плюс краснота, получился сложный зеленый, да? То в пользу желтого, то в пользу синего, то в пользу красного, то плюс коричневизна. Всем этим наполнишь как бы чуть темнее, чем то, что там есть. Чтобы иметь возможность потом чуть-чуть высветлять из этой мглы, высветлять освещенные места. То есть мы вот эту часть наполняем? Да, да. Наполняем вот этим мглистым зеленым. То в пользу желтого, то в пользу синего, то в пользу красного, то плюс коричневый знак. Наполняем. Где-то здесь у нас закончится этот мысик, где-то здесь начнется мысик второй. Единственное, что когда подойдешь к краям, будь скупее, чтобы не съесть все небо, чтобы мы потом на небо могли еще навалить более нарядной, да, более золотистой листвы. Хорошо? А здесь все забомбишь тоже в районе неба, чуть-чуть скупее. Давай. Лежачая кисть тоже. Так вы что, ваши хотели же связь в это время, да? Обычно это жизнь. Ну, человеческие становятся. А придавливаешь, как ты их потом покажешь? Бреешь. Вот. 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 Ну, это ж уже оно, да? Причем ты можешь и мастихину сначала здесь поелозить, а потом уже и пальцем. То есть помоделировать чуть-чуть идею облака. Хорошо? Наконец. Еще один момент. Да. Ну, я думаю, уже более-менее становится понятно, да? Понятно. Достаточно. Еще один момент. Не делай слишком длинную полосу. Хорошо? Угу. То есть закрутели. Еще один. Сбежала. Раздавила, растоптала, подмоделировала, если что. То есть длинные полосы не создавай. Я тебе сразу анонсирую, чтобы ты немножко сориентировался, что будет дальше. Вот у нас будет то, что наверху, будет вот такое. Вот такое, как бы множество, да? В этом узнается какое-то множество. Все, что в воде, будет вот таким глянцевым. Что сразу делает его водяным, правда? Зеркало воды. Вот оно, вот оно. На этом зеркале, кто бы ни появился, внятно горизонтальный, сразу понятно, что плоскость воды, зеркало отражений, да? Я уже образ уже дорисовался. Щупаем, щупаем. Вот ты правильно взяла. Щупай. Нет, чтобы немного. Нет, да, да, да. Меру взяла правильно. Положите просто так. Ну, покажи, покажи. Давай еще раз. Давай еще раз. То есть вот меру мне, которую взял. Видите, что здесь, наверное, чуть-чуть многовато краски было. Вот он. Вот он. Ага. А ты сильно далеко не ходи, и тогда у тебя не будет страхов. Далеко не ходи. И не вот эти, не вот эти. Пока вот это. Штриховательно. Вот такое. Вот такое. Вот такое. Вот такое.
Поменьше вот этого сейчас. Вот это. Вот, вот оно множество, правда? Есть ощущение, что это прямо ряд мелких листьев. Да-да-да-да-да. Ага. Давай еще раз. Смотри, я не держу ее как-то вот так. Ага. Вот цветочечек. Смотри, как она у меня легко в руке. Совсем легко. То есть я ее не напрягаю. Она у меня игрушечка такая. Зайти вот так, смотри. Ты если хочешь вот так зайти. Лежачая. Ну смотри, ну совсем лежачая. Вот она вот той бахромой. Смотри, видишь бахрому? Вот она бахромой этой, чуть-чуть укладывает. Хотя, по идее, казалось бы, зачем длина ворса? Вот для этого, для того, чтобы она бахрому создала. Что-то у меня не так получилось. Не, ну ничего, это терпимо. Тут, наверное. Вот только не на угол. Чтоб вот этот кусок на центр никак. Ну вот здесь где-нибудь, вот здесь вот прилегли прямо к горам. Вот прямо из-за горы выскочило. Да-да-да. Края оставляем без напряжения. Вся ориентация на центр композиции. Ну, кроме каких-то экстравагантов. Да? Нет, нет, хорошо. Хорошо. Теперь нашу горную гряду. Грядочку. О, давай. Нормально? Отлично. Идеальное облако. Да? Выставочное. Вот. Может, мне тоже батя покурить? Вот так и начнешь. Только обязательно какой-нибудь сделай крупным. Либо вот это, либо вот здесь что-то крупное. Я вот здесь вот хотела что-то большое. То, что там дома. Слишком темненькое, наверное. Смотри, не такое там темненькое. Чуть-чуть белилец, да? А то будет темнятина невкусная. Страшно. Можно даже, поскольку у нас подприсохло, чуть-чуть влаги подбросить. Хорошо? Вот это. Давай. Умонька, ну справляется, смотри, что делается. Отличненько, отлично. Надо почувствовать это движение. Да-да-да-да-да-да. Один раз расправишься с ними, и будут такими друзьями тебе облака. Все, отлично. Человек разумный работает. Отлично, отлично. Давай, наполняй. Не как Homo sapiens среди нас. То есть вот так наполняй. Да. Можешь даже прежде, чем ты пустишь, там же более смугло, да? Поскольку там... Там народ уже штампует. Чуть-чуть вот этой смугловатости. Чуть-чуть вот этой смугловатости. Да. Прям пальцем. И висячий характер. Смотри, висячий. Нарочито висячий характер. Висячий. Вот он. Это, кстати, по вертикали. Тоже вдвоем. То же самое здесь. По вертикали. То есть мы с тобой что делаем? Зеркало отражения, да? Давай. Умонька, горы отличные, культурненькие. Ну посмотришь, ну растем же на глазах. Вот так, в принципе, уже почти пейзаж. Немножко зеленого, немножко деревьев, уже и пейзаж. Так, теперь. Берешь много желтого, чуть-чуть белил, чуть-чуть розовил. Значит, желтый, прежде чем укладывать в чистом виде, мы его сначала укладываем чуть-чуть с розовинкой. Иначе, подмешиваясь голубой, будет зелено, слишком зелено. А так с розовиночкой сначала. Сейчас уложить вот эту густятину. Причем ты видишь характер укладки. Немножко вот по этой траектории, по этой. Mm-hmm. То есть как бы такой бреющий укладкой. То есть не бреющий в смысле сбривающий, а бреющий как полет самолета, приземление самолета, да? Mm-hmm. Когда самолет приземляется, он вот так приземляется. Вот по этой траекторийке. И так много-много-много вот этого движения. То есть чуть-чуть заритмованного. Вот в таком направлении. Хорошо? Так, желтого на тебе тюбище. Целый. Сейчас. Он у нас тут живет. Так, девочки, вот вам целый тюбик. Ешьте на здоровье. Тоже молодцом. Все, и с горами разобрались.
Можно тоже, смотри, розовиночки чуть-чуть. Смотри, какая умненькая розовиночка. Чуть-чуть, ага. А как вы все-таки лучше их, вот эти острые вот мазками как-то, или вот пытаться везти? Да вот как попало, накидала, распределила, все, все, вот они тебе и горы, и скальные выпады. Угу. То есть такой произволик. Все время хочется загладить так, чтобы было ровненько. Да. Перечупорить. Да, обязательно в порядке, когда еще. Тем же самым так же. Вот, моделирующие. Моделирующие. Вот это перестаем. Угу. Давай. То же самое немножко с этой стороны тоже. Легкие по краям пусть будут сиреневатости. Ну и в центрике тоже у нас. Все висит. Висит на здоровье себе. Вот так вот прямо. Висит. Стеклянно, отраженно. Можно поставить на ребро. Да? Угу. Давай. Угу. Грязца. Красивый цвет. Угу. Сложный цвет. Если мы будем и дальше топтать, так, да, вот, и получается. Вот и дальше топтать, угу. Вот это уже грязь. Если она будет еще властвовать, то, конечно, она будет грязью. А мера, вот такая мера, скажем, это уже не грязь. То есть понятие грязи, но есть понятие грязцы. И у художников даже фраза есть такая веселенькая. Чем больше грязи, тем больше зрения. Ну, то есть гармоничнее картина. Так что не бойся грязи. Ну просто не перебарщивай, да, чтобы оно действительно до грязи не дошло. Я поставил на ребро только для того, чтобы ты мог вот здесь работать. А вообще оно живет в пазле этом. Угу. Берил тебя надавило? Нет, конечно. Придется. А я пока вот эту нет. Вон тюбище, вон он гигантский. И прямо бомбил бы. То есть это рабочий набор, это очень рабочий. Потом в это уже будет все вписываться. Но нам нужно здесь вещество краски, поскольку картина написана. Густо, вот эта картина. Uh-huh. Именно это, именно густо, поэтому набираем, натаптываем. Хорошо? Uh-huh. Давай. Все. Зеленеть стало, да? Значит, розового не хватает. Хотя красивенько. Ну, хотя бы чередуй. И с розовиночками. Вот. И вот эту. С чем-нибудь еще. Угу. Деревца. Вот они. Макательно-чиркательно. Накидала. Утемнила синька плюс коричневый. Чуть-чуть накидала вот этих темнот снизу. Вот они. Макательно, чиркательно, немножко чвякательно. Да? Вот они, там мерцают. Надо где-то, может быть, чуть-чуть желтее, чуть-чуть с красниночкой добавила. Вот таких вот ляпочек, плесивеньких. Вот таких вот. Угу. То есть густота краски сама слепила интересное. Правда? Угу. Давай. То же самое. Положила вот эту вот желтенькую площадочку, наверное, где-то здесь. Вот, перегородила ее. Вернее, потом сверху подсунула этих деревцев. Светло-желтым, да? Ага. Почему светло-желтым? Да, светло-желтый, ага. Ну-ка, давай. Туда? Угу. Да, отлично. Вытерла. Можно даже вот это вещество взять и доупаковать. Вытерла, опять добавила. Там туда. У нас рука не только вот так ходит снизу. Наша рука способна зайти и сверху. Правда? Да. То есть не обязательно только вот. Понимаешь, вот это не обязательно только вот так работать. Вот это вот скованное движение. Вот оно. Хорошо? Так, чтобы локоть все-таки вращался. На картиночку одним глазком смотришь, да? Угу.
Да. А, хорошо, такой... там уже деревце началось. Да, там такой коричневый, если так. Малечечек, добить до конца. То есть рычаг повернул, добил до конца, поставил на ребро. И дотянул вот это вещество. Причем пусть оно будет полосатое. Не надо, чтобы оно было сильно равномерным. Хорошо? Пусть оно будет вот таким полосатым. Хорошо? До самого низа. Стеклянность эту. То же самое чуть-чуть и здесь. Единственное, где полосатости такой вот стеклянный не будет, так это вот здесь. Просто потому, что мы не доложили вещества. Но может быть этого и достаточно будет. То есть здесь это точно тоже так. Да. Единственное, что вот здесь вот мы не делаем. Мастихин. Вот здесь. Вот, где уже не происходит, ну и ладно. А здесь придавим. Придавим, придавим до стеклянного состояния. Хорошо? Чиркательно, то есть я плашмя, чирк, 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 в разных немножко направление, хотя с общим ритмом, как бы вот такой ритм. Вот они, вот они. И вот полное ощущение множества, правда, особенно на вот той подкладке, правда? Вот. Так что давай, добивай кусок и ставь вот эти следочки. Немножко многовато вот этого ритма, то есть растоптать чуть-чуть, растоптать, расчвякать красочку, хорошо? Слишком уж она была заритмована. Деревце вот это светленькое, возьмешь что-нибудь белесое, возьмешь там голубоватенькое, розоватенькое. Достаточно грязный цвет, макательно, чуть-чуть чиркательно уложишь это деревце. Старайся вот так с белилами не расправляться. То есть не делать того, что цветной залазит в середину. Тогда у тебя будет и экономичнее, и чище на палитре. Вот такую густятинку красочки. Не слишком мы ее с этой стороны? Ну вот, он довольно много занимает места там. Оно и это облако съест у нас. И прямо начиркаешь, начвякаешь. Хорошо? Давай. Хочешь? Нормалечек. Нормалечек. Значит, по одному лучше не рисовать такие вещи. Есть некий общий цвет, да? Есть некий общий цвет у тех дальних. Он основан на зеленом чуть-чуть, поскольку у них там зеленая ботва какая-то есть. Поэтому ты сначала прошлась, сделала общо настроение кустистости. Кустистости. Зашвыряла, зашвыряла. Зашвыряла. А потом уже в этом, внутри этого, можно взять нарядный цветик, например, какой-нибудь. И уже сверху на то, что там лежит, уложить. А лежит зелень. То есть у этих цветущих тоже какие-то зеленоватости присутствуют. Поэтому вместе они сгармонизированы. Да? А вот если мы будем отдельно рисовать красненький, потом оранжевенький или там зелененький, а потом еще какой-нибудь, да, то будет не оно. А вот так сразу оно, правда? Как родное ведло. Давай в таком ключе. Значит, тоже не рисуем по одному. Рисуем сначала рядок, а потом внутри него. Смотри, неправильно. Немножко там вот такое настроение, вот такое. Запятулечное, да? Чуть-чуть запятой. И не доводи до однородности. До скучной однородности не доводи. Он все время что-то подбрасывает веселенькое. Где-то может быть даже фиолетовиночку.
где-то у тебя синий, коричневый для темного. Вот здесь. Угу. Вот он. Вот такое. Вот такое. До однородности не добивай. Хорошо? Подожди. Перешла на элементарщину. Вот это нехорошо. Это так прилично работать художником вернисажа, каким-нибудь отставным пенсионером и прочее, которые заметили, что это похоже на множество. А нам прилично делать что-то культурненькое. Укладывательное, моделировательное. Хорошо? И не просто топчем, уложила вкусненько, все, дальше пошла. Совсем не обязательно теперь вот это превратить. Логично? Давай. Домик себе обозначь вырезанием, сбриванием местности, краской. Ну, можешь сначала накидать вот этих зеленотиков, а потом сбрить то место, где домик. А за петулечку. Смотри, там есть ритм, однородный какой-то ритм. Вот такой. Правда, смотри, раз движение, раз. И посмотри, это же вкусненько. В основном. Там да. Ну, давай. Сине-коричневый там в темноте. Ну, идеально работаешь. Супер. Ну и вот здесь тоже не комковато, понял. Давай. Вот это хочется от тебя скорее увидеть. Хорошо, я просто вопрос. Угу. Молодец, моторику движения отлично освоил. Попробуем. Ну вот некая мера вещества. И тоже немножечко моделировательно. То есть чуть в разных направлениях. Чтобы не было вот этого. Да? Угу. Вот этого, чтобы не было. И не бреем, не толкаем, а как бы сбрасываем красочку. Сбрасываем. Просто чирк, который сбросил краску на холст. Совершенно плашмя, можно сначала сделать несколько движений в воздухе, чтобы ощупать, как оно. Что мы кидаем вот это? Какие? Вот это движение, вот это. Mm-hmm. То есть берем густятинку, причем там довольно темная, да? Значит, плюс коричневизна. Это вроде там поправо. Плюс коричневизна. Вот. Чвякательно, сперва чиркательно. Положил, вниз. Помню, прошлый слова решила. Да. Ты видишь, да? Изощряемся. Каждое новое деревце – наше новое изощрение. Покажем и свои все-таки расследования, и свои возможности. Особенно профессионалам, чтобы они немножко… Ишь ты. И так, и сяк. Обругаю. Не, это ни при чем тут. Можно мне деревья тоже еще показать? Да. В пользу коричневого там, да, они такие коричневастенькие. Черные. Есть те, которые на свету. Ну вот я слишком синий все-таки, да? Значит, для теневой возьмем просто более смуглый цвет, немножко синевой, поскольку в теневой отражается небо. Поэтому чуть-чуть более смугло посадим несколько теневых. Теневых. Причем тоже хаос. Ну да. Стайка теневых, стайка световых. Теперь берем идею крыш и укладываем идею крыш. Поскольку они такие лежачие, у нас нет возможности поставить вот такого характера мазок. Хотя, может быть, где-то и подсунуть. Коротенький такой для крыш. Для крыш. Вот такой коротенький. Можно чередовать такой. И всякой. Всякой это вот так, а такой это вот так. Потом, окошечко, дверца, окошечко. Не рисуем
а царапаем. В окошечке обычно отражается небо. Угу. Вот они, махонькие, симпатичненькие. Окошечки. Правда? Да. Давай. И смотри, как стайка эта вкусна, да? Там где-то угадывается. То же самое, давай. Сбри деревце вот это, которое мешает. А вот. А которое вот это, да? Да, да. Вот это особенно. Ага. Все, теперь ставишь стаечку световых и теневых. Потом крышами накрываешь. И вот это очень несъедобно. Значит, здесь у нас сначала темно и мало краски, да, как бы раздавлено. То есть так мглисто, да? Можно там плюс красно-коричневости какие-то. Но темновато и мглисто. А здесь все-таки не вот это, не пойми какое. А там достаточно. Тебя еще нет, сейчас я тоже добавлю. Там кое-где встречается. Сейчас только надо помыть целую. Более нарядная зелень. Эту нарядную зелень ты возьмешь из бирюзы и желтоты. И вот они наши нарядности. Хорошо? Угу. Вот они. Значит, сейчас не конечно. Давай. То в пользу бирюзового, то в пользу желтого, то плюс белого. Что у меня тут? Шахматную доску нарисовала. Нет. Очень, очень хорошая шахматная доска. Старалась. Стаечка. Стаечка. Это вот так. Они заслонили друг друга. Но не шахматная доска. Стайка. Можно сходить чуть дальше, чтобы этот бугор все-таки произошел. Теневые. Больше все-таки не красные, а где-то с голубиночкой все-таки. Вот такие где-то теневушечки. Чуть-чуть. Хорошо? Ты видишь, куча мала. Не вот то, что у тебя было, шахматная доска, а куча мала. А теперь на эту кучу малу, крыши, укладывая крыши, ты начнешь получать идею порядка уже какого-то. Хорошо? Умонька расправилась, только эту башенечку сделала детскую такую совсем. Ну как старалась. И в угол ее загнала. Как старалась. Слишком в угол загнала. Значит, здесь у нас пусть будет снова небо, хорошо? Ладно. Вот тебе дерево помешало поставить приличное для нее место. Место башни, да. А нехорошо, чтобы вот прямо где-то в углу вот что-то было. Пусть оно будет чуть здесь. Тогда оно уже хочет участвовать в композиции центральной. А я второй раз там от дерева. Да, а ты ж от дерева оттолкнулась. Да. Причем, как все нормальные люди, ровно в пространстве между ними. Да, помнишь, как вот здесь облако, значит ты здесь. Вот, поэтому теневая. И потом эти крыши. Одна крыша, вторая какая-то. Она из двух частей, можно это показать. Можно и кисть взять для таких мест. Ну вот да, потому что я уже приноравливалась. Давай возьмем. И ничего мне это... Аж самое смешно стало. Вот здесь пальчик облокотила. Ага. Поставила крышу, поставила еще какие-то там надстроечки. Вот. И тоже царапнула окошечки, бойнички эти. Давай. Ага. Опять же, еще один момент. Смотри. Если что, взяла у неба немножко. Подвинула, уточнила. Да? Угу. Если что, у него взяла, уточнила. Хорошо? Угу. Давай.
Если можно. Хорошо. И вот эта площадочка, она соответствует вот этому уровню линии горизонта, да? То есть не должна быть, как у тебя была, чуть ли не высоко наверху. Вот оно, уже какое-то разнообразие, правда? Дело в том, что как только мы эту мутную среду снабдим стволиками... Вот они как рисуются. Нет, это мы себе наметили. А я думаю, так рисуются. Ты как же их не рисовал, нам надо готовника же нарисовать. Как только мы этим вот снабдим, у нас и вовсе все преобразится. Но нам еще нужно сделать змейку ухода. Да? То есть не просто вот такой бугор, а ступенчатая, такая змеевидная, уходящая. Это очень всегда звучит. Вот такая. И к ней утюжком заходит вот этот бугорчичек. Вот к этой змейке. Эту змейку стоит освоить. Поэтому вернешь и освоишь. Хорошо? Что значит вернешь? Ну, я вернул сейчас. А, как а ты? Да, а ты сейчас это освоишь. И потом к этой линии уже уложишь бережёнок. Ну, кстати, даже вот этот мерцательный характер, и то уже красиво, правда? Что даже то, что она не вполне четко видна, но можно еще чуть-чуть над ней поколдовать. Можно чуть темно, то есть вот прямо чуть темно подложить потом. И тоже вот так. Вот так раздавить. И оно все культурненько легло. Слишком увлеклась мелочевочкой. Все-таки чуть разнообразнее, чуть крупнее. И правильно. Единственное, чуть ровнее. У меня лес не получается. Чуть ровнее это сделать. Вот низ никак не могу. А дерево? Вот к нём. Или крышу еще одну. Мы же вообще все, что хочешь. Ну, да, можем. А вот теперь, если дерево, то как воткнуть? Так. А там, собственно, деревьев раздвое обчелся, живут, да? Давай. Давай немножко деревьев. Вот прямо туда куда-то. И вот сюда вот хочу, чтобы вот это... И сюда. Как-то... Давай. Вот таких вот чуть-чуть. Ну, как бы зелень между домами, чуть-чуть. Да? Ага. А вот эти кипарисы... И кипарисиков можно там подставить. Прямо вот высоту чуть-чуть. Так, а вот здесь теперь я рисую ваши кусты, да? Причем вот сначала ты нашвырял, наоборот. Сначала зеленую ботву. А потом, допустим, вот у нас розовенькое какое-нибудь деревце. Вот тут большое розовое. Можно даже вот по этой траектории показать заслоненность одного деревца другим. А здесь, допустим, желтоватенький кустичек. Ты видишь, даже характер укладки такой. Давай. А для дома этого места надо вот оставить, да? Да потом срубишь, конечно. Потом... Смотри, потом берешь это. А, ну у тебя здесь деревце, да? Да, у меня потом тут будет розовое дерево. Он сбрило под него. Опять же, это потом подрубило и все. А, Ты прям поймешь. И смотри, вот есть некоторый зигзаг из этих крыс, правда? Да. Не ритм шахматный, а такой зигзагик. Да, раздавить. Там сердце скоро холодеет, и блекнут яркие мечты. Но вечер тем... Света здесь, на горе.
А там на горе прямо сильный свет? Ну, вот у Иры как бы есть свет, допустим, вот видно белый, да, какой-то. Не на этой горе, а сейчас. Там, где домики. Ну, вот желтоватые деревья могут добавить свет. Ну, тут понимаешь, тут все-таки не угадаешь. Это потому что может беленьким просто, чуть-чуть, да. Значит, у нас с тобой еще предгорье вот такое зеленоватенькое, причем холодного цвета зелень, да? Есть там такое. То есть ты туда слишком зеленым зашла, смотри. Ну, я так попробую. Холодноватый, да. Разбил, холодноватый. Вот он там уместен. Так, надо двигаться дальше, потому что мы не можем гоняться за каждым элементом. Значит, дерево сажаешь, раз. Тенистое сажаешь, два. Ствол сажаешь, три. Дом саживаешь, четыре. Прямо саживаешь туда. Те же примерно цветовые. Плотно освещенную часть дома. Менее плотно, больше раздавлено. Теневые недолюбливают густую краску. Хорошо? Теневую. Густенько, чвякательно. Так, чтобы прямо было ощущение множества черепичных. Теневая. Поскольку у нас синий в подкладке, мы легко вернули теневую. Да? Давай, домик, шмомик, рисуем. Какой хороший домик. Да. Ну, сейчас еще один нарисуешь. Хороший. Не надо, было вообще. Так, дай посмотрю. Что-то они такие несъедобные. Несъедобные. А нельзя это более нежненько. Более нежненько. Вот они прямо. Переливаются. Вот такие какие-то. Вот такие, чтобы они были. Слишком много вот этих вот прикосновений. Вот этих вот. Угу. Вот этих вот. Длинных. Растоптатель длинный. У нас же смотри, вот как двигается. И по одной траектории, и по другой. Разбомбить эти длиннюки. Длиннюки разбомбить. Сиреневый, да, это надо в пользу. Розовый. Голубой. И будет нужный цветочек. Причем запятуликами вот такими. Запятыми. Хорошо? Ага. Такими же запятыми. Только немножко другой цвет. Голубизна, коричневизна, такой сероватый цвет. И тоже чуть-чуть с запятыми. Чуть с запятыми. Вот, вот кашисто. Вот сюда я все делаю дерево, да? Да. Нашвыряешь дерево. Давай. Так, подожди, на картинку смотришь? Нет, конечно, а что на нее смотреть? Я ж помню, какой был. Вот такая крыша. Провансальская, а не наш курятничек. Потом еще один моментик. Мы с тобой о чем договорились? Что теневая недолюбливает густую краску. Недолюбливает. Пусть она будет чуть светлее, но не будет вот этой густятины. Раздавлена чуть-чуть. Теневая не любит густую краску. Надо себе на носике это зарубить. Записать где-то. И потом царапками достанешь окно и дверь. И крыша более лежит. Ну, нормально там что-то такое. Причем можно тоже немножко повесить это изображение. Чуть-чуть повесить. Даль. Это даль. Тоже стоят эти деревья там где-то. Прям смотри, зачищаю палец, беру от неба чуть-чуть. И вот оно туда мглисто ушло. Ну а сюда выйдет деревце одно, потом другое. Вот здесь рыженькое выйдет, да? Давай. То есть ты видел, как я по-рабочему отнесся, да? То есть я себе пятно поставил, теперь наполню его содержанием. Не стал робенько, да? То есть я, конечно, его не сделал слишком крупным. Я его сделал. Смотри. Я его сделал как бы скуповато. То есть не довел чуть-чуть, чтобы потом мочь. Но я его раз и достал. То есть не устраивал из этого историю длинную.
Под краю подровнять. Ну это очень сложно так класть. А это когда ты станешь. Нет, уже... я не так, я вот так. Ну, все-таки удобно. Mm-hmm. Но так все-таки не очень. Я вот это хотела просто. Логично? Да. Хорошо, очень хорошо. Очень-очень хорошие звуки, отличные. Только надо скруглить. Ага. Сюда белое. Сейчас. И немножко вот эту идею запятой. Чуть-чуть идею запятой. Да? Чуть-чуть. Угу. Угу. Оно у тебя и так было? Ну. Такой чвяк, запятая. Чвяк-чвяк, запятая. Смотри, не только шпатлевочное движение. Ты помнишь, у нас теневые. Можно и так набрать. Вот так набрать. А уже световые уложишь шпатлевочные. Иначе, как потом вот эту серединку, которая там мглисто, ты бы уложил, да? Угу. А так, смотри, все. Угу. Угу. То есть не только шпатлевочные мозги. Много вот этих вот а-ля на стекле, да, узор. Угу. Палочный какой-то, грубоватый. Смотрим еще раз. Вот у нас деревце. Посмотри, я ему даже ритм задаю, вот этот ритм. Вот этот ритм. Знаешь, как листики, только что их ветерком боднуло, и оно все чуть-чуть смотрит в этом направлении. Да и вообще, в принципе, ритм листьев всегда есть у дерева. То есть какое-то дерево имеет. Часто береза такой еще раз. Висячий ритм. Ну, такие молоденькие, они больше вот такое. Что-то. Хотя в этом тоже есть висячий ритм. Некоторые полосатость, но не вот это, не вот это, не вот это. Давай. Игорь, а мне дома еще вот это. Скролики рисовали. Да, колесенькие, очень симпатичные. Раз, избрили. Тут на этом месте дом построили. Ну и что? Точечная застройка. Домик поважнее будет. Вот могу сказать, что меня всегда вот очень сдерживает. Мне так жалко краски рисуешь, все же подозревает. Я очень экономная. Надо с этим бороться. Да, я жена офицера, я очень экономная. Привез вам пакет. Вот оно. Помнишь, да? Да. Густенько, чвякательно, лежачий характер крыши и раздавленный характер тени. То есть положишь туда то, что нужно, и немножко раздавишь. Теневая недолюбливает густую красочку. То есть красочка там будет, но не так густо,
То есть у нее будет мозаичный характер, шпатлевочный характер чуть-чуть, поскольку здесь вся картина сделана густо. Вот. Но мера краски не будет равна мере световых. Хорошо? Угу. Давай. Мне тоже так было. Нет. Так. Ну, и хорошо. Давай, обсади теперь их деревьями. Что думала, сейчас скорее? Нет, нет. Терпименько. Так. Деревьями, да? Да. Вот этими большими? Сначала смотри, помнишь, что мы делаем? Сначала мы берем что-нибудь невзрачное и просто вот цвета ботвы зелени, да, не цветущих пока еще, а вот такая чепухня всякая. Вот ее насадили, тоже не пожалели задних домиков. Вот. А потом начинаем, здесь тоже чуть-чуть деревца. А потом начинаем насаждать нужные цветики. Вот это чревато тем, что будет на ногах, на юбках. Я имею в виду, что вот это. Лучше где-то здесь сбрасывать. Я хотела вообще. Вот. А теперь обсаживаем, делаем красивые силуэты, цветущие силуэты. Давай. Не слишком розовый дом? Белесости, по-моему, не хватает. Да, надо что-то такое сржевое. Наверное, еще раз сбри и еще раз положи все-таки более подходящий цвет. Брить лучше другой стороной. Вот этой. Так ты немножко еще и придавливаешь, а так просто взяла и сбрила. Так, вижу культурку, вижу, отлично. Что касается стволов. Берем что-нибудь, вот такое-нибудь, вот такую кисточку. Это не колонок. Это не мягкая кисть, не синтетическая мягкая, это а-ля щетина, хотя это синтетика, а-ля щетина. То есть мы не берем тоненькую кисть для этого, а берем достаточно грубоватую, то есть щетинистую. Берем густятину краски, и у нас они несколько светлы. Они не белые, да, вот нельзя сказать, что это откровенно белый на картинке. То есть они светлые, но это не откровенно белые. Берем густятину. Вот. Можно вытереть кисточку. Можно взять густятинку. Положил кисточку на холст и буквально протянул стволик. То есть ты видишь, он буквально инкрустирован краской. И лежачая кисть. Всю дорогу была лежачая кисть. Чуть-чуть, может быть, где-то усилим белизну. Все-таки это березочки. Чуть-чуть, может быть. А может быть и не будем. Может быть, чуть-чуть чернявости подсунем. Поскольку это березочки. Чуть-чуть где-то. Чуть-чуть. 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 Да? Где-то вот. То есть такой немножко мерцательный характер. И потом то, что у нас сформировалось. Ну причем там есть тоненькие стволики. То есть их просто вот воткнул и вытянул. Воткнул и вытянул. Воткнул и вытянул. Взял там что-то светленькое, поставил и вытянул. Вытянул, да? Угу. Висячая кисть, просто поставил и вытянул. Вот, потом это же перерубил собственными листьями березы. Вот они, чуть-чуть их перерубили. Вместе все это мерцает так, естественно, да? Давай. Значит, у тебя еще есть куча стволов. Попробовать. И тоненькие, и толстенькие. То есть, видишь, густоту краски мы использовали. Но мы вначале просто себе сделали вот эту вот, ну, пометку. Ну, как ты? Ну, невкусная укладка. Ну, вот это вот, это невкусно. Мы же с тобой уже показали класс. Комковато.
Чего вдруг вот это вот? Комковато, чуть-чуть запитулично. То есть нам бы туда посадить некий чвяк. Вот такой. Вот такой. Чтобы прям показать этажики. Этажики этих. Да? Черепичек. Ну, чтобы она не была уже такая причепуренная. Теневая под крышей. Правда? Прям так синий оставить? Можешь немножко наполнить, но уже сразу теневая есть. Давай. А вот эта вот неровность крыши, она должна быть как-то... Смотри, у нас еще же есть кисточки в этой жизни. Все-таки, несмотря ни на что. Ну да. Кисточки у нас есть. Взяла, поставила, протянула. Поставила, протянула. Угу. Поставила, протянула. И синенький пригодился, правда? Да. Тенисто как смотрится. Как правдоподобно смотрится. Тоже. Протянула. Давай в таком ключе. Тоже сначала царапку. Дверь, царапку. Окно. Угу. А вот так держи? Нет, не так. А как? Вот так. Вот так? Да. Подожди. И заходим не острием, а вот так. Вот так. А, раз. Видите, мое дерево. Еще поставишь, господи. Смотри. Вот так. Вот. Вот так держишь? Ага. Как ногтем. Все, поняла. И царап. Царап. Столько трудов. Коротенькое там, коротенькое. Оно вдалеке немножко стоит. Вот там. Слишком оно будет. Оно слишком на передний план выйдет. Значит, когда сейчас добьешь это дерево, то же самое теневая, плюс низ. Мне тоже, темный. Наверное, крышу почмякать. Ну, давай сначала двигайся дальше, а потом уже почмякаешь. Чтоб у нас нарастало. Так, тут коричневая с рыженьким, да, такое дерево. Отличный входит, отличный. Молодцом. Ну, смотри, не сделай гигантский. Я? Не-не-не. Нет. Больше не надо. Так. Можно красную дверь присобачить туда. Смотри. Берешь прямо краснятинку. Угу. Ставила. Провела. И вот тебе и толщина простенка. Угу. И сама дверь. И еще верхняя часть простеночка. Там, да? Потемнее должно быть, более коричневая. А что касается, подожди. Он у нас... Вот ты хочешь все закрасить обязательно. А простенок не хочешь оставить вот таким голубоватым? А я его тоненьким оставлю. А раз уже пятно поставила, вот так вот сделаю. Ну ладно. Смотри, имплюс у нас поуже это дело, да? Да. Ну, то есть оно в эту линию выстроилось. То есть ты нажал. Нажал, ага, видно. А я положил. Просто положил. Угу. Тяну. И здесь, если надо, чуть-чуть нажимаю. Кладу. Причем я вытер. Mm-hmm. У меня она осталась темна, но я вытер. Поставил. И если надо, поднажал. Внизу. Поставил. И если надо, поднажал. И тогда у меня вот этих вот быть не может. Если все-таки не сдается, вышел снизу. Потянул, 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 перестал вообще нажимать, вытянул в тоненькую, такую тоненькую. Хорошо? Угу. Так же повесил, попробовал, прям повесил, снизу потянул. Угу. И все-таки
Острием шел. Вот смотри, ну повесь ты ее, вот так вот повесь. Вот просто, просто поставил, коснулся чуть-чуть. Не вошел, а просто вот коснулся. И потянул. И посмотри, какая у тебя линейка может быть. Культурненькая. Можно даже никакой краски. Он просто поменял направление краски в этом месте. Все, уже появился стволик. Вот это, кстати, стоит здесь сделать, чтобы не вот эта активность была, а вот эта мягкость. Вот такое что-то. Вот такое. Правда? Забомби и сделай культурку. А забомбить как я... Ну, как мы делали мастихинчиком, как ты это делал, просто забомби. Коля, чего? Очень симпатично. Давай теперь докидаем вот эти места. Вот эти. Вот эти. Тоже выдавишь себе желтый, вон он у нас. Вот. Вот. Значит, дошвыряешь. Если надо, чуть-чуть плюс разбел. Хорошо? То есть чуть-чуть с разбелом. Тебе, конечно, следует сначала задник, потом сверху. Я бы такой, что сначала бы убрал все-таки. Сначала посадил бы задник, вот, а потом насадил бы дерево. Хорошо? Ну, в смысле, ствол. И потом возьмешь розовиночку, желтиночку, белиночку и начнешь укладывать маки. Вот такие. Вдалеке это просто зигзаг красноватых. Зигзаг красноватых, да? Вблизи чуть-чуть с некоторой прорисовочкой. То есть запятулики вот такие, вот такие, вот такие, вот так, вот так. И тоже стайками, то густо, то пусто. Тоже чуть-чуть общим зигзагом. Хорошо? Вот. Но этим на переднем плане сначала подложишь зеленоватое что-нибудь. А потом уже сверху прикроешь. Ага. А руки трясут, потому что ты пытаешься на весу это делать. Поставила и потянула. И руки не трясутся, им просто нет возможности. Так, хорошо, порядок такой, культурочка. Давай тоже желтоты. Желтота, белизна. Значит, сначала под дерево подложишь, а потом сверху установишь дерево и теневую от него. Хорошо? Давай. Ну и вообще вот этот желтый, да, нитик, желтый, вот он прямо под самый домик. А еще ж надо это кустик прикрывать. А это мы оставим? Его оставим, но чуть-чуть придавим собственными листьями. Листики собственные, чуть-чуть стволик перекрываю. Да? Угу. Как известно. То есть есть листва, которые туда, а есть, которые сюда. Вот мы чуть-чуть запутали. Смотри, есть вот еще какая. Ты как бы чуть-чуть заслонил, а я прямо вот так зашел. Вот это заслонение очень сильно меняет дело. Вот здесь поближе. Не вот. Не заслонил себе и, а зашел прямо отдавая кисточку, поставил и чуть-чуть, просто даже сменив направление краски, получил намек на ствол. Сказал бы пустяк, но очень меняет ситуацию. И допустим там какая-то ветонька, чуть-чуть, намечечек тоже, чуть-чуть, вот они, вот такие какие-то. Вот эту активность желтого подставить. Причем, обратите внимание, сейчас я чуть-чуть другой ход. Чирк вниз.
Надо было в эту сторону размазать. Да. Угу. То есть мы сначала упаковали. Угу. Значит, доупакуешь. Еще сделаю. Ну там, чтобы чуть светлее. А потом чуть-чуть чирк вниз. Угу. И у тебя травеносно ложится, да? Давай. Указать лежачий характер. Не-не-не. У нас все-таки идея укладки здесь вот такая. Ой. Ну как, не пробовал еще такой чир? Да я уже снял. Ничего. Не получилось? А ну покажи, как у тебя не получилось. Сейчас это... Ну покажи сначала. Угу. Ну давай уже, ну покажи. Ну, нормально. Единственное, что ты делаешь, смотри. Угу. Ты как бы делаешь вот этот зачерпывание. Опять, а я не черпаю. Я чиркаю. Чирк. Смотри, у меня вверх макушка чуть-чуть. Вообще не оставила вот этой линии. Угу, чуть-чуть. А просто зашел, чирк. И все. Надо чуть мельче. Угу. То есть еще раз, не зачерпываешь, а просто вот так чирк, ложишь, ага. Чирк, вот так смотри, как бы проводишь, вот так, по такой вот, угу. По вот такой, не вот так. Хорошенький там, вот такое что-то, вот и нормально дальше, угу. Дальше ходи. И там все это намного тише, да? Угу. Не так уже напряженно, как здесь. Вот, давайте сразу анонсирую и дальше, что будет происходить. Пусть только ты и здесь чуть-чуть уложишь, ага. Вот этот мысечек, ты к нему подберешься и вот этими мглистыми вещами. Вот такое что-то там будет. Вот такое. Оно теряется. Да? Угу. Можно сиреневый еще насадить. Там прямо мглисто, но и не вполне светло. Вот, создашь такую историйку там. Вот. Выставишь мысечек. Там вообще потеряешь мысик. То есть вообще потеряешь его. Вот здесь пусть мысик чуть-чуть виднеется, угу. Чтобы не было этой симметрии. А там вообще непонятно, как он закончился. Вот что-то такое. Ушло. Вот. И после этого у нас то, что валяется на воде. Какие-то кувшинки, листики. Причем он даже не отчитывается. Кувшинки это или листики. На переднем плане явно кувшиночки. То есть густая краска, смотри, туда, сюда. Получается такой закрутелик с густотой краски на переднем плане. Угу. Еще раз. Туда, сюда. Угу. Они друг друга заслоняют даже. Друг на друге часто валяются. Вот они. Туда, сюда. Такой эллипсик. Если что, пальцем чуть-чуть. Вспомог. А вдалеке просто положить некое сгусток этих листиков. Вот такой какой-то сгусточек. Зигзагообразный. Правда? Вот такой. Вот такой. Правда? Угу. Да. Давай. Можешь с них начать попробовать. С даликом более-менее понятно. Так, смотри.
Если бы дерево находилось на переднем плане, вот так близко, знаешь, какое оно было бы маленькое? А оно же большое. Так вообще, что мы его в руке держим? Нет, оно поодаль. Вот здесь. Mm. Правда? Mm-hmm. Вот это расстояние больше, чем вот это. Mm-hmm. Такие вещи наблюдаем. Mm-hmm. Так, смотри. Маки вот так не растут. Вот так не растут. Маки — это чашечки, чашечки, чашечки. Вот такие чашечки. Вот такие. Вот такусенькие. Вот такие запитулики. Ну-ка покажи, какая запитулика. На верхний край мастихина. Да-да, все правильно. Так? Угу. Тё, смотри. Вот все время хочется снизу все сделать. А можно и сверху зайти. Сверху. И тогда запятая более сподручно. Вот так, вот так. Так, так, так. Это не... Так, так. Ну, уже оно и пошло. На эти розы выпали еще. Удобно. Проведи. Так, розы. А, розы. Есть еще? Так, вот тут надо, наверное, мне сбрить, да? Капашню устроила. Не надо сбривать, просто сверху положи более внятных цветочков. И будет какие-то менее внятны. И вместе они... Ну, то есть, что это целая кучечка. Хорошо? Например, у нас еще есть некоторая значительная темность листвы снизу. Посмотри, как она уместна здесь. Как она звучна. Ложится, правда? Угу. Нас один. Ну и стволик тогда чуть потемнее. Значит, если что-то ужасно произошло, сбрил и вернул то, что там валялось. Хорошо? Угу. Давай. Не такие они активные, не такие. Чуть попали. Да, потише. Титаник, слишком много желтого. Сбривать? Нет, можно не сбривать, можно прям по ним пройтись, по ним, чтобы они утишились в тоне, в степени темности. Хорошо? Угу. Чтобы они не кричали там. Ну так и правильно, а что, собственно говоря? Там-то каверзным образом. Так. Да. Угу. Игорь, а надо вот это вот... Сейчас, сейчас, сейчас. Вдалеке они собираются в кучки, посмотри. И ага. Здесь они рассеиваются. Пример таков. Вот мы на цветы смотрим сверху, да? Угу. Они в рассыпную, да? Посмотри вдалеке. Они выстроились в одну линию. Да? Угу. Цветы. Понял, ага. То же самое. Понял. Облака, то же самое, только наоборот. Здесь они в рассыпную, там они собрались в линейку. Угу. То второе. Чтобы это не был кругляшок. А тогда ствол получается, как это, налихо маленький. А ты его сделай чуть выше, просто его задняя зелень заслонила. Вот сбрей, в конце концов. Угу. И будет дерево такое, смотри. Да? Смотри, желательно, чтобы вот эти цветоники мака легли ритмом, ритмом. Вот чтобы был внятный ритм, как ритм есть у нас у дерева, так же и здесь некий ритмик, ритмик. То есть все немножко в одну сторону, не то чтобы наклонились, но запятую. Не пляшущий характер. Не сильно пляшущий. Смотри, вот он. Что мы видим сразу, что это совсем другое, чем вот то. Даже по укладке. Даже если бы мы сделали черно-белую фотографию.
что это другая история, другая. Ритм, ритм. Давай. Буду берегать. Давай, давай. Не слишком плотно? Ну, даже если слишком... Хорошо, хорошо укладываешь. Даже если слишком плотно, просто добавишь туда немножко зеленотиков. Вот прямо загонишь их туда чуть-чуть. Прямо сверху. Прямо в перемешку. И оно будет вкусно. Прямо вот загонишь. Разобьешь где-то. Слишком. Ну да. Как вот впереди маки? Вот сначала темнятину, смотри, темнятину. Ага. Чуть-чуть темнятину, а потом сверху. Ага. Мне кажется, тут какой-то розовый получился. И... Желтый не придобавляй к розовому, будет. Ну, желтенького, смотри. Да, я понимаю. И у тебя он не такой уже будет агрессивный. Он какой-то блеклый. Вот такое что-то. Да, вот это маковое дело. Настоящее маковое, да. У нас еще есть кадмий красный светлый, вот. Но мы им стараемся пользоваться после того, как мы исчерпали ресурс розового. То есть как поджигающий цвет. Смотри, это уже как поджигающий, но сначала розовый, это кадмий. А это краплак розовый. А, краплак. Позже, когда исчерпаем ресурс, потому что в разбеле розовый, например, холодновато, это тоже по-своему прикольно. Сочетание холодноватых, тоже посмотри сюда, холодноватых вот этих разбелов, плюс вот этих алых мотивов, да? Угу. Это красивое сочетание. Что оно будет неоднородно, поэтому сначала исчерпываем ресурс розового, потом добавляем. Давай посмотрим, как запятые делать. Давай. Значит, чуть-чуть заходишь как бы сверху. И вот они, запятулики. Угу. Запятулики вот такие. Еще раз. Ритмичные. Смотри, еще раз. Вот так вот. Запятую, запятую, запятую. Угу. И стайками немножко наползающими. Да, вот стайка, это когда одно заслоняет чуть-чуть другое, где-то вот стык прямо. Вот. Может быть многовато для теневой части. Почему? Многовато. Еще и коричневато может быть слишком. Пусть там будет потише, поспокойнее. То уж очень там агрессивно все. Согласен? Вот так оно как-то получше. Вот. Опять же, какую-то темненькость стволиков можно, поскольку там достаточно темно, то пусть там не будет светлых, а будут темноватые. Вот они. Вот они. Да? И также листвой. И тоже чуть-чуть листвой прикрыть. Вот, ну и смотри, чтобы у нас все-таки совпадало, то есть немножко ниже. Наверное, берег ниже получается. Ну, это взлетел, ты видишь, чуть-чуть mm-hmm. подзалетел. Просто подкрасить его, ниже сделать? Либо этот сделать вот туда. И тогда они здесь стыкуются. Да? Mm-hmm. Можно и так поступить? А даже лучше так, да? Как раз вот эта змейка уходит. Вот, значит, когда будешь вот это раздавать, кроме густой красочки и вот этих вот укладочек, чуть-чуть где-то, чуть-чуть, смотри, иногда сильно бреешь, иногда еле-еле. То травиночка, то какая-то былиночка. Вот они. Оставили очень горизонтальные следочки. Это все сразу показывает, что это плоскость. Горизонтально. Смотри, по косой пошло. А вот это тоже ниже да. пошло. И угу. держи как-то так вот. Ну вот как-то держал, собственно. Только. Можешь сначала вот так совсем вяло коснуться. Вяло-вяло. Mm-hmm. Пощупал, если надо, потом чирк. Mm-hmm. Как вот эти цветы, они же такие как бы кругленькие. Более кругло. Все тоже, только более кругло. А как? Скажите, пожалуйста. Вот такую.
больше густо даже может быть взять. И вот такие. Прям так и висели, да? Да, там вот так вот висят. Вот они. Они сразу на переднем плане оказались. Угу. Тоже, если хочешь, вот такие закорлюки крупные. Аж вот такие. Аж вот такие. Вот они сразу сюда выскакивают. Вот такие. Именно на переднем плане два десятка вот таких. Заслоненные друг другом, не забывай. Не спина к спине. Или плечо к плечу. А так немножко. Ну давай. Мне страшно, что тоже стоит. Справься немножко с парочкой этих. Еще сделаю. Да. У нас под них еще будет еще одно маленькое происшествие. Можно взять даже красный и синий. Угу. Как теневой цвет некий. И вот так вот кисточку клювиком пальцев держим. Клювиком пальцев. Положил. Чуть-чуть подчеркнул. Подчеркнул. Причем не старался от края и до края, угу. А так. Чирк, 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 чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Хорошо? Угу, угу. Согласен, что сразу у них появилась толщина? Да. Клювиком пальц, лежачая кисть к холсту. Наоборот, клювиком. Наоборот, ага. Угу. Причем, смотри, чуть-чуть с запятой, да? Чтобы кругло было. Ну, не обязательно вот так вот вытянутый. А так, чтобы удобно было. Чтобы удобно. Ну, хорошая копошня цветов. Хорошая. Отлично. Вот сиреневого. Сиреневый делается. Сиреневый. Немножко синего. Голубинка, розовинка, да? И разбелила. Где-нибудь затерла тряпочкой. Создала чистый плацдарм. Не делай вот по такой траектории, все очень ровно. И даже желательно показать, что очень ровно. Никакой там траектории нет. Ровная плоскость дали. Никакой траектории. Хорошо? То есть чего бы оно так вдоль дерева бы пошло? Охренеть. Вот именно. Более нарядный. Зелененький. Вот этот бирюзовенький. И смотрите, кое-где между ними вот такой чирк. Вот такой. Вниз, вниз. Чирк, чирк. Это, да? И соединить, и дать эффект торчачести. Угу. Хорошо? Да, все. Когда делаем этот мазок, делаем его по вот такой траектории. Не зачерпываем, а так, чирк. Непонятно, где зашли, непонятно, где вышли. Непонятно, где зашли, да? Угу. То есть вот он. И кое-где нашвырять вот этот торчачий вверх характер. Плюс вот такую нарядненькую зеленую, да? И у тебя тоже. Ровно такая же историйка. Ну и не переборщить. Все-таки желтый там поуместнее. Тряпочку. Такой вот. Например, отлично. Так, чтобы загладить вот эти контрастные такие, да? Не, чтобы появить еще одно. Вот ты все-таки делаешь вот этот. Вот ты делаешь брикетик. Брикетик. Брикетик вот такой. Брикетик. Да. А это прижать? Чирк. 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 Ну, как облака делают, да? Ну, принципе, нет, нет, сидят... не совсем нет? Так. Так, вот, вот. Смотри, только у тебя сильно зелено. Да. Значит, посерее, ага. Ушла на чистое или добавила белого. Вот умеешь попачкать. Да. Давай. Это да. Белого выдавить или... Вообще, создай плацдарм. Делать. Вот пространство надо наполнить. Ручек. Его ровно в середине. И здесь тоже. Прямо под этот. Нет у нас такого. Нету и быть не может. Вот оно. Насквозь. Надо привыкнуть сначала то, что сзади, потом то, что впереди. Это же элементарно, правда? А то наполнила, еще подошла бы, вот так коснулась чуть-чуть. Было дело.
было дело? Когда это дерево посадить-то, ну вообще ничего ж не стоит. Два движения и стоит ствол. Да? А мы там ютимся. Значит, смотри, часто вдалеке, или вдали, как правильно сказать? Говорите сзади. Собирается какая-нибудь рябь на воде, да? И она лоснится в основном светлым. И это тоже можно чуть-чуть сюда подложить. Ага, слишком темно. Вот такое что-то, да? Что-то зарябило. И прямо резьбой мастихина устроить эту рябушку, которая тоже показала лежачесть воды. Правда? Что эта плоскость воды туда уходит. Уходит эта плоскость воды. Правда? Угу. Это ж только вода могла бы такой следочек идеально ровный оставить. Теперь... Вот эти у нас места еще нуждаются. Вот, прям пальчиком. В мутату загнал. Листики у нас, те, которые валяются, они валяются не только на фоне темного, но и на фоне светлого. На фоне темного они темны, светлы. На фоне светлого они оказываются темны. Вот. Всякое там. Да что ж так криво. Сгусточки вот эти собранные. Вот они. Причем, ты видишь, густая краска материализует их прямо, правда? И зигзаг. Всюду этот зигзаг. Что-то неровно. А? Ну я попробовал, что здесь, да, вот я когда сделал здесь ровную полосу, прям вообще там выпячивается, что как-то неестественно. Вот они. Ровно линия. То есть немножко кляксообразно. Нет, не получалось. Значит, просто смотрю так. Ну, мелких это просто вот, просто какой-то такой вот лоскуток краски. Угу. На переднем плане, да, чуть-чуть, угу. Вот с такой загогулинкой. То есть сначала чуть-чуть туда, потом сюда и сдал эту густоту красочки. Можно кисточкой, если что, допоправить. Невкусно. Учитель называется. Ну, что-то такое там валяется и пусть валяется. Вместе с какими-то травинками, былинками, все это чуть-чуть хламничек такой, да? Правда? Чуть-чуть подстроим здесь еще темнятину в линии касания. Причем она такая немножко прерывистая, но змейкой уходит вдаль. То есть есть вот этот шаг, вот эта ступенчатость. Вот. Там и так хорошо, не будем. Можно чуть-чуть подсунуть, вот там трава явно светится, можно подсунуть ее светящесть в отражении и опять же перерубить травками, вернее, самыми листиками кувшинок, былинками. Так. Еще можно вот здесь сотворить подпись какую-нибудь вот такую. Там он получается. Значит, ты понял, да? Шкряблкой. Шкряблочкой. Чуть-чуть сотворишь вот здесь вот это. Пальцем затрешь и сотворишь. Угу. Такой росчерк. Ну-ка, давай посмотрим.
Хорошо, у нас тут все. Только не соскребать. Тихо, смотри. Травиночки. Ну вот я подтарчивают, чуть-чуть подтарчивают. Чуть-чуть подтарчивают. Да. И вот, вот тут вот пыталась, вот, ну так. Сейчас. Руки. Снизу травиночки тоже хотят торчать чуть-чуть. Чуть-чуть покажем. Да? Угу. Вот такой характер. Вот такой. Так. Здесь вот. А что это за несчастье у них? А, там вот тоже несчастье, да? Давай хотя бы одному сделаем ствол помощнее. Такие. А то прямо действительно так уже печально там. Еле держится. Чуть-чуть добавим темнятины, да? Смотри. Так, вот эти вот лаванда или как она там? Лаванда. Она любит быть среди маков. Смотри, макательно. Макательно. Вот такие. Чуть-чуть. О, классно. Вкусненько? Очень. Давай. Все. Тоже стайками. Так. Темнилочку чуть-чуть. Темнилочку вот такую снизу. Вот такую. Стволик тоже чуть-чуть усилим. А тут прямо тоже жалкенький. Там жалкенький, и вы туда же. Ну, пусть немножко все-таки различается. Так. Зелень темнит чуть-чуть. Так, что у нас тут? Травиночки недосказаны слегка. Вот этот характер травиночек. Вот этот вот характер. Доскажем чуть-чуть. Вот даже сделаем некое напряженное по укладке место. Тут тоже, да, прямо кусится. Можно слегка вот по такой траектории травку подсадить. Вот такая траектория. Просто шлепок по холсту, ударчик по холсту. И вот у нас взвились вверх травиночки. Они уже создали вертикальный ритм. Перегородили только горизонтальный ритм. Да? И уже понятно, что у нас есть и трава здесь. Прямо сюда, в компанию. Тоже одним глазочком посмотри. Чуть-чуть травиночек в компании купни. Вот они. Хорошо? Давай. Да что-то там намешало такое страшнючее. Вот я и смотрю, что там у меня такое. Белый у тебя как-то не живет на палитре. Если там уже страх Божий, ну уже ушла на другую площадку. И тоже чуть-чуть травочек. Чуть-чуть торчалочек. Угу. Давай. Особенно на переднем плане, на заднем плане не делать. Да, у нас все напряженное на переднем плане. Угу. Стволик потом переводим. Никакого косого. Чего
буду пока стоять. А сиреневый как у нас получается? Голубой? Розовый и голубой в разбеле. Чуть-чуть разобьем. Чуть-чуть. Там у нас еще какой-то куст травяной. Ну, в принципе, да, тоже прикольно было бы посадить его. Причем можно сразу и в отражение давать его, и... А потом размазать. А потом отражение превратить в отражение. Раздавить. Не, ну, невольно там останется. Какие-то даже, может быть, травиночки. То ли цветут, то ли плоды дали какие-то. То есть, видишь, на этом месте вообще у нас были какие-то травки. Тут пожертвовал травками, вот, вернее, этими листиками, да, былинками. Давай рамочку посмотрим, что у нас там произошло. Пошли посмотрим, как это самое, как это делали лаванды. Пошли посмотрим рамочки. Везет же людям, да? Блин. Кто-то же пишет такие картины. Это ж надо так, а? Да уж. Изумительно, изумительно. Просто классно вообще. Небо отражается, вода. Классно. Очень красиво, здорово. Просто. Вообще даже нету. Нету зеленого? Нет, нет. Вот этого, как розоватого, как он может сказать. Ты знаешь, вот, а важно, вот, что оно там принципиально? Оно принципиально, да, не принципиально, да, правда? Да, просто... Там, кстати, тоже отчасти есть этот мотив перебора. Мы еще перебрали. Ну это же красиво. Красиво. Пусть живет. Понимаешь? Фантастика. Ну вот так. Только не столько, да-да-да, не столько острием, а плашмя. Плашмя, плашмя, чвяк, чвяк, плашмя. Хорошо? Не острием, а плашмя. Чвяк. Тоже плашмя, плашмя. Плашмя. С правой стороны чуть темнее, аж коричневый. Да. Коричневый чуть-чуть с голубым.